10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Отдана команда, друзья. Мы видим зажигание двигателей. Вот сейчас как раз момент старт. Есть пуск, есть отрыв ракеты от стартового стола. Ракета-носитель «Ариан-5» взлетает с космодрома Куру во французской Гвиане. Несет она полезную нагрузку из двух телекоммуникационных спутников «Экостар-18» и «Брисат». Очень красивый пуск. «Ариан» всегда красивые запуски мы с вами наблюдаем. И вы видите снизу шкала. Ближайший важный этап состоится у нас через 2 минуты 15 секунд после пуска. Это будет отделение боковых ускорителей. Ну а пока просто наслаждаемся красивым видом и поздравляем Ariane Space с успешным пуском. А с успешным запуском мы поздравим, когда уже будет информация о том, что спутники выведены на целевую орбиту.